Том Сойер, как считают многие, гениальный прораб всех времен и народов. Одноименный фестиваль призывает сделать город лучше и сохранить его историю. Так, под руководством профессионалов, любой неравнодушный сможет стать причастным к восстановлению исторической среды. В команде у нас есть профессиональные архитекторы, профессиональные строители, то есть люди, которые действительно в этом разбираются и в истории, и в методиках восстановления. Поэтому я абсолютно спокойна, то есть меня окружают профессионалы. Том Сойер Фест берет свои корни из Самары. Так, с 2015 года по всей стране восстановлено больше 160 домов и ценных объектов среды. Дело благородное, однако волонтерам приходится сталкиваться с трудностями. Это недостаток финансов, людей и оборудования. Мы решили поучаствовать в волонтерстве, поучаствовать в восстановлении исторических зданий. Вот. У волонтеров возникла сложность в строительных лесах. Вот. Мы их привезли. Помогли. Дом двухэтажный, обладает более чем столетней историей, а масштаб работ значительный. Здесь были утрачены деревянные элементы, очень красивые ставни, они сохранились, то есть у нас есть понимание, как они выглядели первозданно. Мы их восстанавливаем и договорились, что заново ставим, то есть окна останутся пластиковые, но будут оформлены уже как было раньше. Дерево не крашено, но хорошо сохранилось, поэтому важно очистить его от пыли и грязи. После ребята планируют покрасить фасад в светлые тона. Кстати, это уже второй по счету дом на восстановление. Первый, уже отреставрированный, находится по соседству. Когда мы выбираем дома, мы опираемся на несколько таких факторов. То есть, во-первых, это сама историчность дома, то есть не официально признанная, да, а некая ценность его все-таки с точки зрения визуальной, эстетической и памяти горожан. Да. Второе – это наши возможности, то, что мы можем привнести в этот дом, то есть есть ли у нас силы его восстановить, будет ли это действительно заметно. И третий момент, наверное, из таких самых важных – это отношения самих жителей. Вообще живу с самого рождения, как только родилась, уже 21 год. В этом доме очень нравится центр. Дом красивый, хороший. Вообще очень здорово, потому что когда дом только строился, он, конечно, значительно лучше выглядел, чем сейчас, потому что старость все-таки берет свое, поэтому это отличная идея. Думаю, что улица, в принципе, очень хорошо преобразится. Примерно через 1,5-2 месяца барнаульцы увидят обновленный фасад здания. У организаторов есть идея восстановить не только один дом, а значительную часть улицы Анатолия. Всех желающих ждут завтра по адресу Анатолия 162 в 16:00. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.